Так, давай поздороваемся. Давай поздороваемся, скажем всем доброе утро, доброе утро, доброе утро. Доброе утро всем таких положительных эмоций. Так, а у меня вопросик, куда я сейчас собираюсь? Куда я сейчас собираюсь? Эх, красота, какая красота. Вот мои волшебные цветы. Жаль, что они отцветают так быстро. Но тем не менее, посмотрите, волшебная поляна. Ну и я на этой волшебной поляне заземляюсь. Я уже об этом рассказывала. Вообще много приходит вопросов по поводу всех моих тренировок, упражнений. Вот он проказник. Вот он маленький проказник. Очень большой интерес, что же я делаю. Я вот думаю, честно говоря, в каком формате вам это все предлагать. Я подумаю, так что следите за сторис, что-нибудь такое интересное на креативе. Ну, подписчики, ну, читатели, вы, конечно, догадливые. Да, это не базар, не магазин, не друзья. Ну, друзья, хотя есть здесь в компашке. Это банька. Эх, какая у меня банька. Посмотрите, венчики. Ух, потом. Ух, класс. Семейный банный день в любимом месте Тайны Рублёва. Сереженька Витальевича. Мишенька. Да-да, всем привет. Машу рукой, всем привет. А Миша еще поставляет прекраснейший мед из Ставрополя. Вкуснейший. Валюша, наша Валюша. Я нахожусь рядом с таким позитивчиком в виде Наташи, энергетиком таким, что тут... Хочешь, не хочешь. Но методики, которые Наташа собирает, они же тоже все мы применяем. Ну, естественно, все, что Наташа предлагает, Валя все употребляет. Вот, поэтому, Валя, ну, продемонстрируйте фигуру, красиво. 60 лет. Вали нету никаких, ни пластических операций, никаких дорогостоящих процедур. Все только то, что... Я собираю по миру всех своих врачей, всех своих спецов, и Валя на себе все тестирует. Видали? Вот это моя Валя. А еще знаете, какая есть полезная штука? Это рецепт из моего детства, который мне посоветовал мой друг, композитор Владимир Быстряков. Он мне сказал, так, малая Натаха, чтобы никогда не было вот этого второго подбородка, надо писать алфавит. То есть А, Б, В, Г. И вот так до Я. Реально, вот крутая штука, все натягивается, все подтягивается, работают все мышцы шеи. И никогда не будет вот это все провисать, висеть, и вот этого ничего не будет, понимаете? Ничего лишнего не будет. Вот из детства, с самого детства это помню. Дядя Вова, спасибо тебе за совет. Мне так приятно, что вы так откликаетесь на все мои какие-то полезные советы. Честно говоря, у меня целый есть вагон всего интересного. Ну, как-то, не знаю, делилась только со своими там близкими, друзьями, подругами. И никогда не использовала это для вот... такой большой аудитории, но спасибо вам огромное за отклики. Вот в баньке я еще люблю делать абрикосовую маску. Тоже очень просто, это абрикосовое масло, медик. Можно туда еще немножко, как бы если шкраб, то добавлять соль. Если просто как бы питательно, то без соли. И вот как раз после распаривания самое хорошее, когда поры все у нас открыто. Вот так же, опять-таки, мед, это такими движениями очень активными наносится. Домашняя прям, я в баночку развожу, с собой беру. Получается просто классный такой тоже опять симулирующий эффект. После баньки прям нанесли, активненько так посбивали в кожу. Все, красота, немножко посидели, кайфанули минут 5-10 и смыли опять теплой водой. Ну что, банщицы, Ида,
Ты довольна, напаренная? Я очень, вижу. Ой, какая ты, какая ты с дыбом. Так, Валюша, как вам банные процедуры сегодня? Спасибо, шикарненько. Сереженька, ты как? Ты панул? Вот так, баня, дело хорошее.